Видео приготовлено сайтом online-gdz.net, задание 1190. Начертите тупой угол и проведите из его вершины луч так, чтобы образовался прямой угол. Сколько решений имеет задача? Ну, мы помним, что тупой угол больше прямого, но меньше развернутого. Его градусная мера больше 90 градусов, но меньше 180 градусов. Начертим луч. Обозначим этот луч О. А. Вершина луча или начало луча в точке О. Теперь от точки О мы еще один луч проведем так, чтобы получился тупой угол. Еще раз напоминаю, что он больше прямого, но меньше развернутого. Вот у нас тупой угол. Давайте запишем. А, О, Б. Тупой. Теперь нам нужно из вершины этого угла, из точки О, значит, провести луч так, чтобы образовался прямой угол, и сказать, сколько при этом возможно решений. Если мы будем составлять прямой угол с лучом ОА, то вот так мы можем провести луч. Назовем этот луч ОД, и вот угол АОД будет прямой. Давайте запишем. Ну, прямых углов будет не один, поэтому мы вот так запишем прямые углы. Углы. И будем перечислять все углы, которые могут получиться. Итак, первый прямой угол А. О, Д. Но луч О, Д мы можем провести по-другому. Мы можем его провести, то есть мы можем прямой угол отложить вот в эту сторону от луча О, А. Назовем вот это продолжение луча О, Д лучом О, П, и тогда угол А, О, П тоже прямой. А, О, П. Два варианта. Теперь мы можем построить прямой угол, отложить его от луча ОБ. Вот так. Вот так. Обозначим ОС. И вот угол БОС тоже будет прямой. Но мы можем отложить прямой угол от луча ОБ в другую сторону. Вот такой луч провести. Обозначим его ОМ. И угол БОМ тоже будет прямой. Таким образом, у нас получилось 4 варианта. Больше вариантов нет. Давайте запишем ответ. Сколько задач имеет решений? 4 решения или 4 варианта. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.